Порталы, порталы и больше порталов. С вами король порталов. И сегодня мы продолжим играть в Форейдж. Давайте сделаем лук для начала. Так, ну в общем-то, мы можем создать лук. И я его создам. Потому что мне надоело без него ходить. Так, нам выпал изумруд. А это значит то, что плюс один изумрудик. И оно выполнено, кстати. Замечательно. Кстати, мы же это можем целиком сделать. И начнем с этого. Теперь вот это. Может еще вот это. Ну ладно. В общем, нужно будет заполнить побыстрее. Нет! Мы ударили репку. Прости, репка, я не хотел. Репка, не плачьте. Дайте хлеб. Дайте вам еще репу. А, все, мы успокоились. Ой, молодцы, что успокоились. Лук! Короткий лук. Три урона от атаки, выпуская стрелы из вашего снаряжения, удерживайте кнопки у атаки и отпустите ее, чтобы сделать выстрел. Так, теперь нам нужны стрелы. А что так дешево? Давайте сделаем, жди на первое время достаточно. И как же крафтится улучшенный лук? Ну, тоже не особо дорого, но мне лень. Опа-на, завершили. Теперь фармим 43 золота. Так, сейчас мы протестируем наш лук. В смысле скелет ломает? В смысле скелет ломает? А, прикольная штука. Но как-то так себе. О, новый уровень. Физика. Открывает электростанции. Ну давайте-ка посмотрим, что за электростанция. Ого, я убил второго из них. Третьего. И четвертого. А что этот слайм сюда пришел? Он разве животный? Так, у нас тут новые товары. Что это? Трон. Ничего интересного. Нам осталось всего лишь 4 золота. Так, ну что ж, мы отдаем последнее золото и завершаем. Па-пам! Сейчас мы станем свидетелями того, как прямо при нас поменяется магазин. И он поменялся. Тут нету ничего, что мне нужно. Если что, нам нужно две вещи. Одна это портал в пустоты, а вторая это... Это череп скелета. Мы можем есть как? Вот снова эти пустынные охранники. Здравствуйте. Давно не виделись. Я пришел, чтобы вас убить. Спасибо. О, рыбы. Давайте купим рыбу. Точнее, сможем их ловить. Так, окей, поскольку в рынке до сих пор не появилось ничего, то, что нам нужно, мы купим еще одну плохую локацию. Ой, там какой-то джевел из Андертойла. Точнее, Дельтарун. Что это за джевел? Меня зовут Прыгун, и я сделал эту игру. Ну ясно, реально джейвел какой-то. Мне интересно, как хорошо вы знаете фаражир. Вот, видите, он даже неправильно говорит. Давайте устроим викторину. Если вы дадите хоть один правильный ответ, я вам дам сверхредкие награды. Начнем. Как на самом деле зовут Прыгун? Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Правильно. Попробуем еще раз. Чему равно 2×8? 2×8? Жопа. Ладно, следующий вопрос. Сколько врагов вы победили? Это точно неверный ответ. Не переживайте, ответите на следующий. В чем смысл жизни? Это серьезный ответ? Следующий вопрос. Как делают видеоигры? Вы этого не знали? Ну ладно, следующий вопрос. Как вы оцените Форейджер? Положительно, ну, положительно, думаю, положительно. Положительно. Абсолютно верно! Продолжим. Шоу Волнайт был по-настоящему новаторской игрой. Что это? Да, да.
даже не близко. В смысле? Викторина дается вам из рук вон плохо. Как правильный ответ на этот вопрос? Какой? Ого, надо же было так ошибиться. Вы не ответили правильно. В смысле? Ты ж только что сказал то, что я ответил на один вопрос правильно. В моей памяти вы почти худший игрок, второй с конца. Что? Да не прерывайте, я дам вам утешительный приз. Спасибо, что играете в Парейджер. Надеюсь, вам весело. Да в смысле, там ни один вопрос не был правильным. Там не было правильных ответов вообще. Там вообще были правильные ответы. Но мы теперь можем стать Джевелом. Давайте посмотрим. А, стоп. Лол. Не, ну, вот это лучше. Ну, он там, короче, повсюду, наверное, отвечал, типа, нет, ты тупой. Наверное, там везде такое было. Я уверен. Поэтому никто там не мог получить редкие предметы. Это 100% какой-то развод. Не, ну серьезно. Он мне сам сказал то, что я правильно ответила, а потом такой, не-не-не-не-не, ты ни на что правильно не ответил. О, капец, мне нужно сделать удочку. О, утка. Давайте. Смотрите, это утка. Мы взяли утку. Удочка, используйте для поиска сокровищ. В смысле, рыба это разве сокровище? А я не знал. Рыба это, оказывается, сокровище. Давайте поймаем сокровище. Что? Звуки смешные. И что? Ну плавает оно. И что мне с этим делать? Зачем оно плавает? Ты можешь не плавать? Почему тут остался крючок, если он уже... Как это работает? Что это такое? Ладно, пошли откроем сундук, это... От Клаун. Сундук Клаун. Ну, такой уж и плохой сундук. Пользуй. У нас теперь больше энергии будет. А то мне надоело то, что она постоянно моментально тратится, это что, вот другую. То есть эту вот удочку даже прокачать нельзя. Так, по идее, должно было обновиться. Я бы хотела сказать, что тут ничего полезного нету, но тут есть что-то полезное. Руид от нас отстанет. Смотрите и учитесь. Да. Оно сразу в таком большом количестве делается. Вы серьезно? Я только что зря все это купил. Но оно хотя бы перепродается дороже. Это хорошо. То есть это бизнес. Бузининес. Давай, друид, забирай. Спасибо огромное. Этим вы спасаете лес от парней с кирками. А у меня меч и лопата. А у меня нет кирки. Точнее, есть, но я шовел найт, так что ничего не знаю. Сундук! Сундук! Фундук! Только в батончиках над. Приветствую, друг. У меня есть для вас последнее задание. Оно связано с яйцом динозавра. Если оно окажется у меня, я смогу вырастить и защитить это создание. Где я тебе яйцо динозавра возьму? Ты вообще адекватный? Видимо, да. Так ладно, делаем ключ. Спасибо за золотую руду, я пошел открывать сундук друида. 1400. Быстрее, нужно копить. Копим деньги. Копи-код. Так, все, пошли откроем сундук, вдруг там деньги. Чё в сундуке? Что это? Колчан, луки не расходуют стрелы. Все, теперь я могу продать. О, да, все, мы теперь можем купить тот остров. Первый остров сверху. Потому что это другая локация, скорее всего, снежная. Ну, вы ведь видели там снежинки? Давай. Все. Это данж. И кристаллики, которые там дорого крафтились, а тут их можно бесплатно добыть. А, это не данж. Мне показалось, что это данж, а это обычный сундук. Ничего интересного. А это что? А, это те же самые кристаллики, которые дорого добывались. В общем, я не знаю, как это открыть.
Всем пока, с вами был я. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. А теперь небольшое предупреждение для тех, кто смотрел у меня Форейджер и до сих пор смотрит. Я приостановлю на немного съемку Форейджера, так как в честь Пасхи я решил начать прохождение двух игр от Nintendo, а именно Kirby Epic Yarn, или же Kirby Эпическая пряжа, и Kirby Rainbow Curse, что переводится как Kirby Радужное проклятие. Видео по Форейджеру не будет. Это последнее. Уже в четверг выходит первая серия Kirby Epic Yarn. Поэтому не пропустите.